Яр, всем доброе утро. Сегодня понедельник, 4 февраля. У нас вот начинается, в принципе, реабилитация такая небольшая. Мы должны сейчас поехать в больницу. Ложимся в стационар. Ну, стационар будем как бы так это. То есть мы должны на дневную. Дневной, короче говоря, будет. Вот, ну, посмотрим. Уже вещи я приготовила Ярику. Но Ярик вообще не реагирует. Он вчера до часу ночи. До часу ночи он с ума сходил. Ему некогда было спать лечь. А сегодня вот он, сколько я его зову уже полном полчаса осталось, в принципе, до выхода. Он еще не завтракал, еще не вставал, не поднимался. Яр. И уже к тому, хочу сказать, привык. Мы пока у нас мы приболели тут немножко. Я потом, может, сегодня, там будет время в больнице, расскажу, что с нами. Не так, я вообще не понял, что были. Но, в общем-то, вот пока эта травма не одела, он так нормально и не уснул. Он все крутился, вертелся. Я говорю, тут оради, да. Он уже настолько привык, он уже сколько получается с сентября месяца, он в этих вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь, уже четвертый месяц, ребенок вот в таком положении. И ему, он привык, реально привык, ему уже удобнее, чтобы ноги были вот так вот зафиксированы. Ну все, мы сейчас собираемся, надеюсь. Ждем папу с работы, должен прийти, он у нас еще ночью был. Так что папа тоже с нами поедет, потому что все-таки одному там пока приемные, пока попасть. Яруль, ну давай уже. Глаза открывай хоть. Яра. Яр, ты меня слышишь? Яр, ты меня слышишь? А? Яр, ты меня слышишь? А? Яруля. Ладно, буду как-то пытаться разбудить вот это чудо. Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешь все двери. И берут эти чужие подешевле, правильно? Чувство такое ведь потерян. Списывают. Он думает, что он здесь лечится, и для него это трагедия. Да? Еще не выспался. Просто Яра думает, что его будет колоть или что-то, потому что нет. Ничего не будет, Ярослав. Пустить тебя сейчас чуть-чуть дай тебе на точечке. Это по нажиму. Ну, молодец, я же вижу. Я тебе просто сказала, ну, здесь, тебе туда. Знаем, да, здесь особенно держим опять баночку, мы не трогаем. Потому что это самое, что может снимать. Папа не будет это снимать. Это он поет, он мне нравится. Да. Поет. Поет. Много чего можешь сделать, да? Да? А? Ну да. Да? На камеру-то.
я уже год, полтора, конечно, я сама. Руки мы потеряли, хуже стали, потому что, конечно, пока год я... Ну, назад, конечно. И я просто, я сама была назад. Я настолько боялась всего. Ну что, дружочек? Наша палата номер 4. Вон Яра отдыхает, лежит. Ну, Яра, со. Как тебе нравится здесь? Нет? Да ты чё? Здесь клёво. Нормально. Яра приехал первый день. Войта сегодня у него было. Да, 8 лет. Мы все-таки делаем опять Войта. Как тебе папа Войта? Понравилась, шикарно, девочка? Честно говоря, я снова окунулся в глубину этих реабилитации этих лет детских. А. Яра, правда, истерил, как только мог. Он все думал, что надо его будет сейчас колоть. Что-то вставлять со всех дыр, палы такие пилы, да, Яр? Визжал, как резанный на массаже. Ну. Что когда? На улицу. Сейчас пообедаешь? А так, да, так, в принципе, понравилось. Девочка очень неплохо делает. И у нас получилось сейчас нам пока... Что у нас? Войта, массаж. Сегодня в окулиста прошли. Зрение проверили. Завтра мы на анализы сдаем. Кардиограмма. УЗИ не знаю, когда. Завтра, не завтра будет. Ну, тоже я сказала, что пройдем УЗИ, просто пока не назначили еще, когда УЗИ будут. Ну, так как у нас эпилепсия, в принципе, физиопроцедуры нам. Ну, а по большому счету, так нормально. Главное, вот этот массаж свой. Свой-то, да, в принципе, очень классно получилось. Мы даже не рассчитывали, я думала, что просто будет массаж. Ну что, ты пришел, там что-то уныл. Одно и то же, не начинай спрашивать. Тебе сказали, когда. Покушаешь, пообедаешь, отдохнешь и пойдем погулять. Ну, без магазинов. Потому что пока... Почему без магазина? Тебе сказали, потому что ты числишься в больнице. Да, просто у нас дневной стационар забираем, как бы, да, неофициально, мы тебя забираем домой. По идее, надо было лежать, но просто лежать там бессмысленно, это в палате, ничем не заниматься, да, там ни столов, там же нету ни столов, ничего, там просто койки. Там даже стульев. Стульев нету, да. В палате даже стульев. Вроде 3 койки, еще плюс одна детская такая, а стульев я не видел. И тумбочки. Ну, я так понимаю, 3 койки как? Это мама с ребенком. Один маленький ребенок. Постарше, да, например, как бы, да, может быть. Или с ребенком и 2 еще так ребенка, да, подростка. Тебе еще одного подселить, скажут, что вот для Ярослава вот это. Что? Железное? Не, ну ты что? Не. Там не было темы, что железное. Они просто сказали, что если вы остаетесь, то ты берете 2 койки. Ну, а подселять туда не будут? Ну, сейчас будут, потому что ты не остаешься. Ну, вот поэтому. Ну тогда железное для мамы. Они могут сейчас ребенка маленького поселить с мамой там с кем-то. То есть она как объяснила, что если мы сейчас ложимся лежать, то мы будем на тебя хорошо. То будем лежать 2 койки занимать. А если так, то 1 койку, потому что мы просто посидеть и уйти. Ну, в общем-то, в принципе, а сидеть там. А так там, я так поняла, что кушать ты ходишь в общий туда зал. Ты не в палате не кушаешь. И тебя сниму. Лежит он, тараканище. Давай, скажи. Ой-да. Пока. Покой нам только снится. Пришли, вот решила отдохнуть. Думала, пропылесосим немножко, пока пополняшка поспит. Значит, нам еще надо пойти тейпы купить. Мы хотим все-таки потейпироваться. И эта девочка, которая у нас будет тейпироваться, она, кстати, занималась методикой, вот, то есть обучалась у самого Киселева, его это, и... Тейпирование, так что это было очень приятно, так удивлены мы, поэтому я хочу у нее попробовать. Это Яра пылесосит, кстати. А ну включи, что там? Ты пропылесосил? Снимаю. Ну что так ты его мощно вообще врезал по нему? Ну такой у меня пылесольщик. Ой, очень. Тот, кто пылесосит, вот так. Ну, пылесось. Длинный просто хобот, да, очень? Ну, удобно.
давай ты сейчас обедать еще, потом улица. Пошли. Игры все потом. Маску? Не, давай. Работает он после завтра. Завтра? Завтра не работает, завтра он дома. Ты готов? Там, где тебя не хватит сил, там будем мы, и вместе мы сумеем все решить. Вот. Очередной репортаж с больницы. Ярославу брали анализы крови. Ну, снимать мы не снимали, потому что, сами знаете. Сейчас он лежит, отдыхает и ждет очередную процедуру. Да, Ярослав? Домой уже ходит. Ну, что делать? Надо немножко подождать.
закрыто, это не сработает. Я проверила это. Поэтому все, что стучится. Ну, он сидел кушал, я даже. Да, да. Ничего. Кушать мы можем где-то один. Нет, ну мы просто думаем, это официальный какой-то обед или что-то. Все, спасибо, до свидания. Где Ярослав спрятался? Где? Что-то его не видно. Нету что-то нигде, нету. Где Ярослав? Вот Ярослав! Я тебя нашел! Ты кого ищешь? Скажите, что это ребятенок сегодня днем даже спал. Он так устал после реабилитации. Ему сейчас воет и массаж делают. Что он сегодня даже у нас отключился и спал днем. Ну, правда, мы тоже сами все спали. Ну, вот сейчас хорошо, отошел. Да, пап? Папа спрятался. Яра. 10 часов вечера, Яр. Теперь ему сегодня, кстати, Ярика завтра у нас ЭЭГ-мониторинг. И нам надо будет завтра с утра встать. Вот очень немножко. Ужас. Такое вечернее у вас сумасшествие. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать.